Здравствуйте, уважаемые гости, студенты-активисты Казахского национального аграрного университета. Меня зовут Мадина, я студентка 4 курса инженерного факультета. Сегодня с высокой трибуны перед самой креативной молодежью нашего университета и перед уважаемым комитетом Сабаевичем я хочу выразить слова благодарности за возможность увидеть белорусскую землю. За ту поездку, которая навсегда останется в моей памяти. На белорусской земле я читала произведение нашего великого казахского поэта Олжаса Умаровича Сулейменова. Я с удовольствием прочитала его стихотворение «Догони меня, джиги, земля, поклонись человеку». Всем известно, что Олжас Сулейменов далеко многогранный человек. В его творчестве можно найти разнообразнейшую тематику по истории народа, его традициях, глубокую философию слова, обращение к людям, трогательные слова о нашем старшем поколении и, конечно, о патриотическом отношении к родине. Каждое его произведение несет с собой дух и колорит народного настроения. Читая его стихи, каждый человек открывает для себя что-то новое. А как я пришла к Олжасу Умаровичу, являясь студенческого технического профиля? В стенах нашего университета, получая образование по специальности, есть возможность повысить свой интеллектуальный багаж. То есть здесь мы не только повышаем свой уровень по специальности, мы получаем все, что необходимо высокоинтеллектуальному человеку. Еще на первом курсе, на уроках практического русского языка, мы стали изучать творчество Олжаса Умаровича Сулейменова. И хотя я обучаюсь на казахском отделении, я с уверенностью могу сказать, что знаю язык поэтического письма Олжаса Умаровича не хуже, чем те, кто совершенно владеет русским языком. Все это было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству «Казнал» с этим выдающимся человеком. Никто среди студенческой молодежи республики не может похвалиться этим, ведь даже сам поэт говорил: «Каждый раз, находясь в Алматы, я прихожу в гости в Казнал, где встречаюсь с сельской молодежью, которая готовит такие трогательные творческие вечера, от которых я получаю большое удовольствие». Олжас Умарович – большой друг Казнал и наставник студенческой молодежи. И поэтому встречи с этим замечательным человеком здесь ждут с особым трепетом. Каждый визит его для университета – настоящий праздник, а мероприятие с его участием – важное событие, делающее историю Казнала более насыщенной и интересной. Такие вечера нужны современной молодежи, ведь мы учимся на примере жизни выдающихся личностей. Поэтому сегодня я хочу предложить такую идею. Ежегодно в мае, когда приближается день рождения поэта, на базе нашего университета проводить межвузовские олжасовские чтения, потому что это, несомненно, внесет свою положительную лепту в воспитание настоящих патриотов нашей Родины. Спасибо за внимание.